Недавно Лариса Копенкина объявила о помолвке, но это не мешает ей говорить о чувствах к Шаляпину и даже отметила, что не прочь возобновить с ним роман и жить семьями. За что я его люблю, я вам не скажу, но Прохор – это святое. Я очень хочу, чтобы его брак был долгим и счастливым, а я просто буду рядом. Вы знаете, что мой будущий муж по вероисповеданию – мормон. Может, и я в мормон пойду. Им можно все. В общине мормонов даже семьями живут. Почему бы и нам не сойтись с Прохором и его женой? Он ведь для меня родной человек. Это моя кара небесная, любимая кара, рассказала Лариса.